Я думаю, что мама, это не завершающая личность для 20 века. Общего охлаждения отношений между Россией и Западом. Пример мужества бойцов Хизбулла, исламского сопротивления. Запад постоянно давил на Россию. Иран – крупная величина соседнего Ближнего Востока. Персидского залива. Нет никаких оснований думать, что в случае с ПРО Россия вдруг пересмотрит свою позицию. Ракурс. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире очередной выпуск радиожурнала «Ракурс» на волнах русской службы «Голоса Исламской Республики Иран». Сегодня мы хотим поговорить о российско-иранских отношениях, о перспективах этих отношений на фоне, можно сказать, как ситуации мировой конъюнктуры, а также на фоне развития отношений. В последнее время мы замечаем активизацию контактов на высшем уровне, на уровне представителей кабинета министров двух государств. В самом последнем визитом состоялся визит министра энергетики Российской Федерации в Тегеран господина Новака, где были согласованы многие вопросы по развитию отношений двух государств в области энергетики. В частности, стороны обсуждали вопрос о развитии присоединении энергетических сетей между Россией и Ираном и Азербайджаном. Ну, а самое главное, наверное, это то, что сегодня в средствах массовой информации об этом очень много говорится, и в частности, возможная сделка между Ираном и, возможно, крупная нефтяная сделка между Ираном и Россией, к чему уже, как бы можно сказать, Запад отреагировал и всячески выступает против заключения подобного рода соглашения уже на бумаге. А сегодня мы обсудим все эти вопросы и, конечно же, перспективу развития российско-иранских отношений с нашими гостями. А сегодня в гостях у «Ракурса» доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Урал Шарипов. Урал Зитрюнович, здравствуйте. А также к нам присоединится профессор кафедры востоковедения МГИМО, известный иранист Сергей Дружиловский. Вести передачу буду я, Парвиз Немати. Урал Зитрюнович, вы человек, знающий Иран, знающий, можно сказать, российско-иранские отношения. Я хотел бы вам задать вопрос такого рода, как вы сегодня комментируете российско-иранские отношения? Я оцениваю как отношения очень положительные. Объективно эти две страны стремятся к сотрудничеству друг с другом. Но также международная обстановка толкает на еще более тесные отношения между Москвой и Тегераном. Потому что империализм – это Соединенные Штаты Америки. Они чувствуют, что они теряют инициативу в современном мире. И поэтому идут по пути авантюризма, то есть применения силового фактора не только в отношении ближневосточных государств и Ирана, но и также в отношении России. Поэтому сегодня на повестке дня стоит расширение контактов внутри Евроазии и Азии особенно. То есть компас повернулся на восток и на юг. А скажите, пожалуйста, Урал Зитрюнович, ну, в принципе, является ли это естественным, можно так сказать, стратегическим, что ли, знаменателем того, что Россия и Иран должны сотрудничать, либо это все именно на фоне вот ухудшения отношений с Западом? Если не имеет ли это ситуативный такой характер? Естественно, на протяжении веков Россия и Иран сотрудничали друг с другом. Международная обстановка оказывала влияние то на ухудшение, то на развитие этих отношений. Но у нас последние десятилетия не доходило до обострения, чтобы с применением каких-то силовых методов или же каких-то санкций Москвы в отношении Тегерана и Тегерана в отношении Москвы. Сейчас вот международная обстановка еще более усилена естественным стремлением к сотрудничеству между двумя нашими странами. А
еще такой вопрос. Вот как вы видите перспективу? То есть какие области можно, о каких областях можно сегодня говорить? Развитие российско-иранского сотрудничества. Ну, наверное, затронем даже, вот, можно так сказать, политическую даже сферу на международной арене. В политическом отношении эта солидарность, она была и будет. В военной области особенно сейчас идет сотрудничество, потому что Ирану надо противостоять давлению блока НАТО и особенно Соединенных Штатов Америки. Также это необходимо и для России, потому что она сейчас тоже испытывает сильное силовое давление США и НАТО в Европе. Это через Украину, Прибалтику, восточноевропейские государства, а также в вопросе о Сирии мы солидарны, Москва и Тегеран, в отстаивании независимости и мира Сирии, а также других ближневосточных государств. Также мы заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты Америки убрали свои войска с Ближнего и Среднего Востока, из Афганистана, из Ирака, из Турции, из других стран убрали свои военные базы. Вот я беру карту и вижу, что у них 35, не 19 уже, а 35 военных баз и различных военных пунктов, направленных как против местных государств, а также против России, Центральной Азии, Китая и Индии. То есть заокеанская держава грубо вмешивается в Евроазию. Если говорить об экономике, вот сегодня мы видим, что и Иран испытывает экономические трудности в связи с введенными санкциями со стороны США и Европейского Союза, односторонних санкций, конечно же. Подобная сегодня, можно сказать так, экономическая агрессия и подвергается Российская Федерация. Мы видим, как односторонние санкции вводятся со стороны США и Европы в отношении России. Как вы видите перспективу развития и экономического сотрудничества, каких-то финансовых, наверное, взаимодействия между государствами, учитывая усиление вот такого, можно сказать, экономической агрессии со стороны Запада? Давлению со стороны Вашингтона и западноевропейских держав являются восточные державы. Имеются в виду такие супердержавы, как Россия и Китай. Они отказались накладывать санкции и, наоборот, расширяют свое сотрудничество с Ираном. То есть в покупке иранских углеводородов в обмен на предоставление своей технологии. В частности, Россия согласилась компенсировать потери Ирана в области экспорта нефти по 500 тысяч баррелей ежедневно, где-то контракт на 15-20 миллиардов долларов, и в ответ будут поставляться наши товары, особенно с важнейшей военной технологией. Это мы же поставляем туда технологию по налаживанию собственного производства лицензионного танков, вертолетов, там, самолетов, затем зенитно-ракетных комплексов. Вашингтон очень сильно шантажировал Москву в отношении поставок Ирану С-300. И поэтому они навязали резолюцию Совета Безопасности, запрещавшую военное сотрудничество каких-либо держав с Ираном. Но это было временно. Сейчас наступил другой период. Сейчас как раз перспективы приятны для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.